А мне страха нет. Я даже смерти не боюсь. Наоборот, честно говоря, даже тянет. Люблю военную тематику, сколько вся семья моя военная. Много друзей из спец... ну, скажем так, спецслужб. Много объясняли всяких действий, как вести себя в действии. И вот сейчас набираю команду на дальнейшие действия, особенно которые сейчас, если вы знаете ситуацию в Украине, она, естественно, может немножечко, скажем так, погибшитесь. Моего папу убили в Афганистане. Был летчиком. Сбили. Не знаю, как в той ситуации, но... Да ты это видишь, это ужасно.